Всем привет на канале Мышцы РФ. Сегодня опять с вами Зебаль Сергей и Алексей Кузнецов. Сегодня мы будем тренировать мышцы груди в стиле хардкор, ну как обычно. Первым упражнением идет жим гантелей почти на горизонтальной лапке. Чуть-чуть маленький уголочек делаем, градусов 15. Ну, сначала разминка, как обычно, чтобы привести в разогретое состояние мышцы верхнего плечевого пояса. Упражнения закончили. Ну а теперь приведение, но я не люблю это слово. Я называю разводка. Приведение — это как в милицию тебя привели. А разводишь, лучше уж разводить кого-то, чем тебя приводят куда-то. Отсюда не уходим. Это наша любимая лапка. А? 110. 110. Пожмем под углом на верхушечку. Сейчас наверх груди поработаем. Пожмем опять. Уже поменьше вес, конечно, но уже работа была произведена. Поэтому тут надо постараться. Также разводочки под углом. Ничего нового. Не нужно изобретать велосипед. Надо просто выкладываться в каждом подходе. Ну что, пошла изоляция чистая. Легкий памятник на нелегкую грудь.
попадать, парни. Попадайте. Что тренируете? Заключительное упражнение. Сведение на красу, чтобы подчеркнуть низ грудных и внутреннюю часть. Итак, мы прокачали сегодня мышцы груди в стиле хардкор. С вами были Сергей Зелот и Алексей Кузнецов. На этом наша тренировка завершена. И теперь пару показательных поз. А за ней воробушек. Прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушки шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, да и прыг-прыг-прыг-прыг. Снято в клубе World Class. Полная программа тренировки, как всегда, на сайте мышцы.рф.